стандартный участок. Восемь соток, входная зона, розы, шрабы, ель новогодняя, глаука, туи понад забором, туи смарагд. Боковая часть дома, такие вот шикарнейшие розы. Здесь аллея из круглых туй, литл-гигантов, и вперемешку с красивой гортензией, которая еще не зацвела. Забор закрывает альпика. На ней вот в центре ель хупси, истинно голубая. Конечно, бушуют розы. Ель коника в своем уже, наверное, третьем приросте пошла. Такая красавица. Лапчатка. Желтая красавица такая. Белая роза. Почвопокровная. Красивая уже в приросте. Сосна горная. Туя колоновидная, круглая туя желтая, сосна. Набирается бассейн, плавательный сезон открывается. Вот сосна такая веймутова, прям нежная красавица. Вот еще одна сторона забора закрыта альпикой, такими волнообразными сделана она. Не по прямой линии, а волнами. И отсыпка белая, ну практически она срослась. Значит, здесь гортензия бушевать будет. Отцвела уже практически японская спирея. Карликовые ели в баре. Вон вдали уже розами прикрылась. Растет мопс, сосна горная. Смарагды роскошные. Тоже в этой композиции. Это сосна горная. Очень много злаковых трав. И малиния высочайшая, и белоокаймленная, и белоокаймленная осака пальмолистная. А вот хупси центральная, самая голубая. Красавица. Вот. Такое цветение буйное роз. Сочетание со злаками, декоративно-лиственными кустарниками. Вот еще не отцвела японская спирея. И даже когда она цветет, ее лист яркий будет радовать эту композицию в течение всего сезона. Вот. Что ж, здесь заканчивается композиция тоже сосной. Но уже крымской. Магнолия. Маленькая, но цвела. Переходим к этому забору, части забора. Здесь пион был. И топион цвел. Смарагды продолжают линию. Тоже вьющаяся гортензия. И вот еще одна альпика. Тоже роскошная. На ней ель. Голубая хупси. То есть перспектива такая, что елки будут вот с трех сторон. Здесь ель хупси. Вот тут на центральной части ель хупси.
И там, где мы видели изначально, когда-то будут большие крупномерные ели. На этой Альпике, как я уже сказала, ель Хупси, сосна голубая в Атерере. Просто компактная красавица. Также всевозможные ели листообразные. Медиформис. Вот такой котовник, который каждый год он просто все больше и больше с годами. Но придется его пересаживать отсюда. Буйство роз. Красавица лиственница японская. Замыкают композицию также розы и гортензия, которая уже вот-вот расцветет. Вот такое вот буйство красок, цветов, хвойных растений, сочетание. Все очень красиво. Ну, а здесь зона сада.